почему я нажимаю кнопку убегать, и он не убегает? Это факт. Вы правы. А-а-а! Вот так вот глупо я еще не убегал никуда. Всем привет, ребят, с вами опять же снова Алексей24, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Черный Флаг. Я вот только что посмотрел, ребята, в менюшке, у нас уже прогресс на 49%, то есть вот так вот. Ага, я не туда зашел. Да, а вот стоп, датчик прогресса, полная синхронизация 49%, я не знаю, что это значит. Надо бы сохранение сохранить и, возможно, пару стримчиков еще сделать на... Все-таки я хочу на Assassin's Creed сделать пару стримчиков. Ладно, не будем отвлекаться, ребята. Я предлагаю продолжать. У нас отличная погода. Великолепное настроение. Ничего не предвещает беды, как обычно. Все хорошо, но какая-нибудь жопа обязательно произойдет. Ну, наверное. Капитан на мостике. Меню быстрого перемещения. Хорошо. Я даже не знаю, ребята, куда надо отходить. Так. Какая большая карта. А, нам вот куда надо. А, то есть, как можно... Блин, а вот здесь, ребят, походу, форт. На форт, ребята. Ну, я, знаете что, я предлагаю взять этот форт. Мы, наверное, сейчас вот пока вот сюда перемещаемся. Какая-то точка, она была мной когда-то открыта. Я уже не помню, карта мира не захвачена. В принципе, у меня нету упора на то, чтобы собрать все сундуки, там все пройти, чтобы все у нас было. Нет. Сейчас на моем пути... Так, ну ладно, все, давайте на корабль. Блин, одни только вот эти загрузки. Так, ну мы что, ребята, видим? Плывут какие-то корабли непонятные, металлом груженные. Галка пока не улучшена. Ёлки, а у меня же разыскиваемость. Убрать все паруса, шлиселя отдать, вперед! А чё, если я это, как бы, нападу? Мне разыскиваемость надо, ребят, снизить. Раз, два. Блин, я маленько не туда стреляю, куда хочу. Куда я хочу? Так, так, отлично, отлично. Не потопите мне судно, пожалуйста, ребятишки. Так, ну, его для профилактики, чтоб он не то, не выпендривался. Так, 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 давай, давай, давай сюда. Подруливаем. Не, ну, в принципе, так сегодня динамично. Вроде все нормально. Так, отлично, отлично. Но этот корабль не такой уж и сложный. Я вот не знаю, есть смысл из фалькнетов вообще стрелять. Так, наши уже здесь. Ю-ху! Понятно, мимо. Мимо корабля. А я могу вот здесь залезть, нет? Могу, я везде все могу. Я брюк все могу. Так, ладно, отлично. Здорово, мужики, давайте потанцуем. Нифига себе, нифига себе, нифига себе. В смысле, как это моего... А, мне надо пятерых, да, уничтожить. Так, кто еще против меня? Так. Ты так падаешь? Иди сюда. О, это походу их не этот шеф. В смысле, меня тюкнули? Ты меня тюкнул? Все, вам не будет прощады. Прощады, да. Уже заплиток языка, это несмотря на то, что это первая серия, которую я за сегодняшние сутки пишу. Скоро 1 мая, ребята, а я тут вовсю прохождениями занимаюсь. Так, все, 10 человек. Я взял специально для того, чтобы этот корабль... Чтобы снизить известность. Чини галку не будем. Мы снижаем, ребят, известность, она максимальная. Мне все-таки сейчас, ну, еще что, форт брать. Ну все, по рукам, освободили англичан.
А, но металл мы сперли. Паруса, ловим ветер. Кто еще там против нас? Да пошли вы своими врагами. А, стоп, мы еще не грабанули же. О, сейчас заодно галку тапочку. Иди сюда. Ой! Ударьте-ка по ним, сэр! Отлично. Эй, не тони, не тони, пожалуйста, не тони, ты мне нужен. Кораблик вражеский, ты мне очень сильно нужен. Нет, не хотел бы я, конечно, с ними целоваться. Это как-то, блин, ненормально, я бы так сказал. Все, Эдвард, хорош, задолбал. Так, давай. Я надеюсь, по капитану попал, нет? Чё он стоит своей шашкой там размахивает? Не знаю, минометный обстрел, короче, идет. Куда, в кого, непонятно. Так, есть. Четверых. Четверых надо убрать. Сейчас это сделаем. Э, здорово, мужики. Так, ну, я сверху, наконец-то, к концу игры научился поражать противников. Так, контратака. Где ты, где ты, где ты? Блин, сколько событий происходит сразу, мгновенно. Блин, а Эдвард пытается за всех ухватиться. Все, 10 из 10. Сильно выпендриваться не будем. Я понимаю, что миссии быстро делаются, но мы... У нас идет подготовка к миссии, ребята. Сегодня будет тут точнее, уже сейчас, в данный момент. Починить галку. Происходят абордажи. Но я планирую, ребята, захват форта. Я не знаю, будет ли это легко, удастся нам ли вообще сделать это без проблем. Ой-ой-ой. Я чуть не грохнулся со стула. От переизбытка эмоций, ребят. Так, блин. Переиграл SnowRunner, пытаюсь карту на М открыть. Ну вот, примерно, давайте. То есть, почему я хочу форт, ребята, захватить? Сейчас сразу покажу. В смысле, а где карта? Алло, 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 алло. Карта, карта, карта. Нет, стоп. Я вот так ее открывал. Блин, вот, вот я нублю, а. Вот прошел пол игры и нублю. Нам надо вот сюда. Тут дикая природа, все дела. Неизвестные локации. Но, ребят, вот здесь на моем пути будет стоять форт. Я бы не прочь им завладеть. Дерево ткани. Блин, я так хочу позаниматься грабежами в море. Я так хочу повеселиться, можно так сказать. Ну, блин, нет, ребят, некогда. Если я буду сейчас веселиться, у меня несколько серий будут о том, как я веселюсь. Это мы сделаем, скорее всего, в какой-нибудь стрим. Я, конечно, понимаю то, что у нас ферма-симулятор идет. Мы играем с друзьями, как бы у нас стрим, все дела. Но когда-нибудь, может, я не знаю, может, после работы изначе приду или как, но мы будем веселиться обязательно. Вот этот Assassin's Creed. Хочется именно пограбить корабли. Но единственный минус... Абордажи практически все однотипные. Мне хочется, конечно, поохотиться на большие корабли, на огромные. Типа там линейников, допустим. Ну, надо галку улучшать в любом случае. Надо улучшать галку. Так, мы сахар сперли. Отлично. Так, ну что, ладно. Идем, идем пока по морю посмотреть территорию. А как территорию смотреть? Так, стоп, 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 машина. У меня тут сундук валялся, алло. Я надеюсь, моя машина недалеко уедет. Ладно, сейчас решим вопрос, подождите. Будет преступлением, если я не вскрою вот эти ящики. Их так до хрена, карта в принципе не маленькая, игра не маленькая тоже. Так, отлично. Так, древесина. Ну, ребят, для улучшения корабля нужно очень много ресурсов. Так, не понял, какой еще свист. Все, отлично. Не знаю там, чего мы там добыли. Но сундуки должны быть все вскрыты обязательно. Так, я все-таки помню, что мы идем на форт. Форт надо уничтожить. В любом случае...
И тут есть задания, в принципе, фартовые, которые можно выполнять. И вполне успешно. Я, в принципе, нашел фишку, как можно большие линкоры брать. Ну не на абордаж, а побеждать их. Не обязательно делать корабельный бой, там, где меня разносили. Можно просто, допустим, упасть в воду, доплыть до корабля и вырезать полностью весь экипаж, а потом брать на абордаж. В принципе, я такую фишку еще не пробовал. За нами корабль, сэр! Да пошли вы! Королевский флот! Он один, да пошли вы своими кораблями! Садите-ка в них залп, капитан! Но мне придется от кораблей, ребят, избавляться, потому что они будут мешать мне в порт брать. Так, ну, допустим, ремонт корабля — это как бы одно. Ремонт корабля — это одно! Так, так, не, не утопить бы мой кораблик. Ну, я нажал абордаж, и что? Вы крюки кидаете? Нет, алло. Или я не до конца... А, не-не-не-не-не, я не хочу никакой абордаж прекращать. Все отлично, извините, я не понял маленько. Ребят, надо... Я не знаю, либо известность, либо что. Ну, почему бы его не ограбить? Мы идем на форт. Эти корабли нам мешаются. Да! Ну, в принципе, их из фалькнетов можно всех перебить. Да! Вот и все. Корабль на абордаж взят. Взят. Корабль на абордаж взят. Я даже не напрекся. Так вот, что с ними делать? Вот вопрос. Как быть с кораблем? Вот, не знаю, давайте починим пока. Ладно, я не боюсь пока охотников за головами. Сейчас самое главное, в принципе, форт только. А эти корабли сейчас будем топить. Ну и так, чуть-чуть подчинился, так, чисто... Так, есть. Давай-давай, поворачиваем бортовыми орудиями. Он, видите, он мне заграждает форт. Надо с ним решать вопрос. Так, отлично. Где-то там. Садите-ка в них. Так, ребят, а вот теперь мне нужен форт. Там у него уязвимое место, сэр. А я не достаю, кстати. Хотите прикол? Я серьезно, я не достаю. Так, ребят. Я не знаю, огонь, не огонь. Я что-то не вижу. Не вижу, не вижу. Ах ты, зараза, иди сюда. Я не знаю, куда стрелять. Так, есть. А чё, я не могу дальше что-то стрелять? Нет, не могу. Так, меня очень раздражает, знаете, этот баг. Где этот? Так, 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 я не веду неизбирательный вообще огонь. Так, ладно, отлично, это красиво, эпично. Давайте ремонтируемся по-быстрому. Так, 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 давай, давай, крутим, крутим. Я немножко натупил здесь, возле этого форта, так что давайте сейчас на абордаж берем, ремонтируемся. И разносим форт к чертям собачьим. Просто к чертям. Хотя, блин, надо фалькнет взять. У нас высота одинаковая, тут попроще будет с фалькнетом. Так, отлично. Ну все, 4, одного осталось только убрать врага. Сейчас мы этим и займемся. Нам палубу не пускать!
Опа, опа, опа. Я зря туда полез. Вот и все, ребят. Это было слишком легко, но сейчас сложнее будет, конечно, форт взять. Ткани добыли. Но мы чисто ради починки корабля, вот только для этого нападали. Плюс этот корабль очень сильно нам мешался. Надо что-то делать. Так, ну ладно, все отлично. Я не знаю, куда я там стреляю. Пушка готова! Стреляйте прямо туда! Так, ну что, огонь. Так, ну, фалькмет это, конечно, круто. Блин, куда попал? Чё стреляю? Фиг поймёт. Так, ну я вижу башенку. Давай, 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 как можно быстрее. Да. Я ничего не вижу. Вообще ничего. Да, вот этот туман, конечно... Нет, надо было выше, наверное, стрелять. А, вон, 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 вон. Отлично. Так, давай, давай еще. Отлично. Три, три из девяти. Ну так-то неплохо. Блин, я не знаю, я вообще неразборчивый огонь веду. Так, отлично, отлично. Что у нас здесь? Так, отлично. Блин, я даже не знаю. Ну вон та башенка, туда выстрелим. Нет, зря я такой вид сделал. Так, отлично. И еще. Так, 6 из 9. Надо еще искать цели. Блин, они из мортир? Я не туда, я не туда, я не туда уплыл. Сейчас они меня настигнут. Так, ладно, ладно, аккуратно. Вайкне. Так, 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 ну надо вот эту башенку. Давай, давай. Отлично. Блин, а нам реально каранты. Ну-ка, поехали ремонтироваться по-быстрому. Нам тут что реально будут сейчас каранты. Все, ремонтируемся. Берем на абордаж, грабим и реально ремонтируемся. Не, без этих кораблей, без ремонтов, конечно, было бы, конечно, сложно форт брать. Все, 5 из 5, чисто на ремонт заходим, ребят. А, починить галку. Так, отлично. Отлично. Так, уходим. Блин, они хорошо меня обдают так-то. Мне кажется, я далековато ушел. Ладно, идем на второй вираж, ребята. Мортиры, мортиры, да-да-да, мортиры. Так, идем на второй вираж, ребята, и поближе к форту уже подплываем, для того, чтобы мои орудия доставали. Так, я на прицеле. Да блин. Они меня так сейчас мортирами и расфигачат. Так, ну по-моему, башенки на той стороне остались. Знаю, куда там в неизвестность стреляю, но красные точки это то, куда надо попасть. А, во. Нашел. Отлично. И вот она башенка.
Отлично. Все. Мы форт взяли. Он идет ко дну. Ну как взяли? Мы башни повредили, надо теперь его реально брать. Накидывай. Так, ладно, давайте разворачиваемся, добираемся до форта. Его теперь реально нужно захватить. Отдать гроты по ветру. Я думаю, для нашей коллекции лишний форт не помешает. Вообще не помешает. Так, ну что, давай, погнали. Убавить ли селя? Ну. Идем прямо на скалы, сэр. Паруса спуск. Гроты отдать, вперед. Блин, что-то тормозил прям отчаянно. Так, стоп, а где вход? Покажите мне вход. Я не вижу. Трави, трави. А, вот, все, вижу. Все, еще осталось чуть-чуть, все, и сейчас подойдем и будем брать форт. Хотя, в принципе, наземный бой, я бы не сказал, что прям он настолько паруса, легкий. Эй, на бандах, паруса убрать. Но мне в воде плыть или ждать, пока мы причалим? Такое впечатление, что они не хотят причаливать. Ладно, я повернусь. Я повернусь и... Убавляй от ветра! Свободу гротам! Прави, нагитовы! Но вот так вот уже интересно. Я походу... Во-во-во, мы причаливаем автоматом. Но это хорошо. Ладно, я нетерпеливый. Вообще нетерпеливый. Так, ладно, все, мы здесь. Пошли атаковывать форт. Я не понял, а чё как тихо? О, стоять. Я хочу тут забраться. Вот здесь. Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну тут, короче, уже мы видим, идет бой, походу. Ага, фига тут залезу. А может я зря сюда вообще залазил? Ну, тут огонь. Хотя нифига. Так, а как? Давай. Спасибо. Так, от стрелка избавляемся. Так, мне сказано офицер, офицерами заняться. Так, 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 ну офицер, отлично. Спасибо за то, что помог мне расправиться с офицером. Так, ну со стрелком обязательно справляемся. Блин, вообще капец. Возня, возня такая. Так, идем, идем наверх. Ага. Я тут не могу, да, запрыгнуть? Да все, я понял, иди давай. Управление тупорылое. Я уже отменяю действие, а он еще выполняет предыдущее. Ой, как жарко, шашлыки можно жарить, серьезно. Так, ладно, идем. Отлично. Так, офицер. Контратака. Да ёлки, ты чё какой сильный? Я не вижу себя уже. Да, блин, блин, он меня сейчас убьет. Убегаем. Блин, ассасин, давай бегом. Убегай. Так, мне срочно нужно подлечиться. Так, ну ладно, два из трех хотя бы будут. Это уже о чем-то. Ну, блин, мне серьезно, мне нужно подлечиться. Блин, он бежит. А, бомбочка сейчас взорвется. Мне сейчас жопа. Все, убегаем. Мне надо срочно место для инкогнито найти.
Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Не-не-не-не-не, убегаем. Ну, я чуть-чуть подлечился, кстати. Так, мне нужен офицер теперь. Я ищу офицера. Я, в принципе, созрел для этого, все. Блин, стрелки. Так, нормально, он за мной бежал. Ё-моё. Стрелки. Так, надо куда-нибудь сбежать. Так, так, убегаем, убегаем. Я понимаю, у меня вот один патрон еще, и все. Блин, меня еще убьют, меня убьют, но... А ничего у меня не придумал, чем вот так вот прыгануть. Да блин, у меня здоровья мало, идите отсюда. Так, ладно, хорошо, перезаряжаемся. Так, стрелок, иди сюда. Вот и все. Доберитесь до штаба. Так, отлично, ладно, это немножечко был лирический такой моментик. Вот штаб, отлично. Да, долго бегал, конечно, я по форту, но зато я жив. Я не хотел проходить два раза одно и то же. Так, стоп, а можно где-нибудь пульки взять? Нет. Это скрипт, я понял. Так, мне сказано тебя убить. Мои поздравления, господа, мы взяли форт. Форт, который стоит на пути, на нашем пути. Кстати, доступна рыбалка, а вот это вот что такое красное? Легендарный корабль. То есть можно грабануть еще легендарный корабль. Улучшения доступны. Я хочу сейчас посмотреть улучшения. Если будет что-то интересненькое, естественно, мы улучшим. Если нет, то пойдем дальше. Так, чиним корабль, ребят. Купить улучшение. Бортовые орудия. Ёлки, а у меня же есть железо. Можно орудие улучшить. Пушки есть. Мощность тарана. Дерева не хватает. Мощность обычных ядер. Ну, это пока не интересно. Мощность кнепелей. 2500. Ребят, боевые орудия 8000 и самое большое количество железа. Теперь боевые орудия наносят у нас вот такой вот урон. Были приобретены бортовые, ребята, орудия. Все-таки, я думаю, они нам пригодятся. Не зря форт брали. Не, нормально, нормально. У нас галка неплохо стреляет. Неплохие залпы выдают. Кстати, здесь контракт доступен опять. Можно, сколько второстепенок можно реально выполнять? Так, ладно, ну что? Погнали. Погнали, погнали. Так, ладно, здесь нам пока ничего не надо. Капитан. Теперь можно идти и выполнять наше дальнейшее сюжетное задание. Но я не мог прям удержаться, ребят, по поводу... того, чтобы не взять вот этот участок. Ага, надо плыть на юг. Так, член команды. Спасаем, конечно же, спасаем.
Только, правда, я не понимаю. А, Кингстон. Мы в Кингстон плывем. Кстати, быстрый переход не работал. Почему-то. Почему, не понимаю. Хотя, я вообще-то в Кингстоне был. Кингстон. Таверна, точки обзора, контракты на убийство. Короче, чё только нет. Если охота на тамплиера у нас на карте появляется, вы меня знаете. Я сразу же беру данное задание. Так, в данный момент... Давайте карту посмотрим. Ну, мы в Кингстоне были. Да, идти надо на основное задание. В принципе, если быть очень ленивым, можно сделать вот так. Да-да, я ленивый, такое бывает. Ладно, давайте. Прыжок веры. На этот раз я не убился, это уже хорошо. Блин, надо было англичанина завалить. Ага, меня тут не сильно жалуют, я гляжу. За мной англичане охотятся. Так, ну ладно, пускай так. Интересно, что же за задание меня здесь ждет? Вот просто очень сильно интересно. Так, меня ждут. Вы только представьте, часть девятая. Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше 2 месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех, что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы. Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг, мы уже близко. Дополнительные задачи. Убейте громил, повредите сигнальные колокола. Найдите Хорнигола и Роджерса. Короче, команда против меня. Походу, я с голой жопой скоро буду путешествовать. Так, а вообще, куда нам надо идти-то? А, все, я вижу зеленую зону. Полузеленую. Я вот не понимаю, вот он громила или нет? Так, подождите. Датчик прогресса. Убейте громил. Зараза. Отлично. Короче, я полностью, короче, завалил задание. Тут нужен был стелс. Блин, я надеюсь, я провалю эту миссию, нет? Потому что я бы очень сильно хотел заново начать. Не с той стороны начал, я стелс, короче, свой. Кто в кустах тут прятался? Так, ну ладно, допустим, в этой зоне я инкогнито. Да, колокол поврежден, когда я всех уже это замочил. Убейте громил. Ну да, это были громилы. Так, ребят, сейчас быстренько карманчики обчистим, потому что у меня была очень большая трата. Мне пришлось орудие улучшить свои на корабле. Денег нет, придется у англичан заимствовать. Гоп-стоп, так скажем. Так, ладно, мирные жители, не волнуйтесь, я вас не трону. Вы мне не нужны.
Так, я вижу Громилу. Он стоит, мониторит здесь. Хотя нет. Иди сюда. Блин, нафиг я так сделал. Я не на ту кнопку нажал. Давай, 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 пробивай защиту. Так, кто по колоколу звонит? Так, отлично. Где колокол? Ага, я видел стрелка, надо его убрать. Короче, так как я в данный момент прохожу, еще раз хочу напомнить, это неправильное прохождение. Тут вообще нужен стелс. В этом фишка Assassin's Creed. Да, мне нравится, как он падает, аж земля трясется. Так, убегаем. Кто опять тут меня увидал? Они кто такие? Да, столько кустов, столько всего. А мне приходится, короче, заниматься вот этой ерундой. Я таких пачками рубил. Ага, вы обнаружены. Понятно, понятно. Надо было сверху их мочить, короче, вот и все. Но я надеюсь, задание будет заново. Нет, не заново. Проследите за Хорхни. Короче, нужно проследить. Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Ну все, теперь точно стелс, ребят. Серьезно. Говорит, без крови обсерватория не будет работать. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить Бегорка, ему понадобится капля крови в крови. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Так, второй Громила. Я только что убран. Я тоже капитан Хорника. И все тамплиеры. Меры предосторожности. Так, отлично. И следующие кусты. Полагаю. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище. В Рио-де-Жанейро. Надо дождаться, когда вот не эти челы пройдут, и я тогда до тех кустов доберусь. Да, сэр. Торопиться полагаю, никуда не надо. За все то, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние. Насилие, угрозы, лишь крайние меры. На Мадагаскаре я поставил их перед выбором. Либо вернуться в Англию нищими, но... Я думаю, на крышу самое время залезть. Либо быть повешенными. Я их плохо слышу. Именно. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли? А мне вот эти стрелки очень сильно мешают. Ага, что-то спалил меня стрелок. Зараза. Они меня же испалили, кстати.
Так, ладно, от стрелка убрать. Он не мешает. Они меня палят. Все, они пошли. Нормально. Так, мне не надо перезаряжаться, я надеюсь. Так, так, так. Еще одного стрелка сейчас придется убирать. Блин, я бы на их месте уже свалил, уже понял, что какая-то жопа происходит. Меня один хрен обнаружили, короче. Уже это, в открытую просто играю. Я, у меня 9 секунд осталось, сиди в жопу. Так, ладно. Будем наблюдать из этих кустов. Хватит секундомер высчитывать. Ага. Здесь, кстати, стрелок наверху. Так вот. Так, они зашли на ту территорию. Ну-ка, на крышу я могу залезть? Ну и более-менее их так-то видно. Ага, вон они идут. Да блин! Насколько мы знаем, мудрец Робертс был на борту. Хорошо. Уже кое-что. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Бонгелс отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, я съем. В Африке? Туда не поймать подводный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой ядерной системы. В чем разница? Какие же меры мы предпринимаем? Ладно, вот так вот пойдем. Капитан Корнигол отправил своих лучших людей на поиски мудреца. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать подпитную. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой данной системы. В чем разница между порабощением всех и немногих? Наша цель изменить вот горение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы. Вот так вот глупо я еще не выбегал никуда. Вы правы.
Я их не слышу. А точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджеса и Кокрема. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенвей! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку. Услышал все, что хотел знать. Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Предатель! Ибо я нашел лучший путь, где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Прощай, мой друг. Ты был солдатом, когда сражался за истину, не только ради выгоды. Покиньте область и станьте инкогнито. Я понял. Все, валим. Валим, валим отсюда. Бегом, 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 бегом. Иногда самый лучший подвиг это свалить и вовремя свалить. И как можно подальше. А, все, задание выполнено. Один из колоколов я так и не повредил. Но 90% прогресса, я думаю, в принципе, тоже неплохо.